Это видео будет очень полезно для тех, кто в последнее время активно начал заниматься ретро-дропами. Ну а если быть честным и откровенным перед собой, то заниматься ретро-дропами после Аптуса, Оптимизма и Арбитриума начали все. Если тебя интересует тема халявных денег, конечно же, с помощью активностей, свапов, участия в разных ретродропах, то напиши в комментариях, я запишу отдельное видео, в каких проектах стоит участвовать и где больше всего шанс получить бесплатные токены. Ну, на самом деле не такие бесплатные, поскольку нужно в каких-то проектах тратиться на комиссии, покупать какие-то NFT-шки, что-то минтить и так далее, но это мы заденем в следующем видео. Сейчас мы поговорим о тестовом эфире, который еще называется Girly, либо же Girly, как вам угодно. Где его взять и какие актуальные сейчас есть краны. Другими словами, их еще называют Faucet. Girly ETH – это тестовый эфир, который используется в тестовой сети Girly. А это публичная тестовая сеть эфира для разработчиков. Для чего же нам вообще он нужен? Чаще всего мы должны получить данный тестовый эфир для прохождения разных тестнетов для различных проектов. Все чаще и чаще начал встречать комментарии в YouTube и в Телеграме от людей, что они не могут забрать тестовый эфир. И на первом шаге уже начинают тормозить. Поэтому это видео как раз для новичков, кто не понимает, что есть не один кран, а их несколько. И если не работает какой-то сайт, то вы можете воспользоваться альтернативой. Начнем мы с самого известного, и к которому обращаются в первую очередь, и называется он girlyfaucet.com. Когда вы переходите на данный сайт, кстати, ссылочки все найдете внизу под видео, то первым, что вам необходимо сделать, это верифицироваться, пройти капчу, то есть подтвердить, что вы человек. И вас после этого сразу же пускают на сайт. Здесь у нас нужно, чтобы стояла, ну, в принципе, она автоматом и стоит, сеть Girly, как только вы заходите. И дальше вот здесь, в строку поиска, нам нужно ввести адрес своего кошелька MetaMask, куда мы хотим получить тестовые эфирки. Но, как видим, мы изначально не можем сюда ничего вписать. И если обратим внимание на это сообщение, выделено ярко-красным, то сначала нам нужно зарегистрировать здесь аккаунт. Поэтому нажимаем вот сюда вверху экрана. Заходим в свой аккаунт, если он уже есть. Мы можем также авторизироваться с помощью Гугла. Либо же нажимаем SynGab и регистрируем аккаунт. Все, что нам необходимо сделать, вбить адрес кошелька, пройти капчу и нажать Send me эфир. Если вы видите красное сообщение, это значит, что не прошло 24 часов с последнего раза, когда вы запрашивали тестовый эфир на свой кошелек. Следующий сайт, к которому мы можем перейти. Если у нас начались проблемы с первым, либо же мы не смогли зарегистрировать аккаунт, либо же не смогли пройти капчу, неважно, в любом случае вы можете перейти к следующему крану. Здесь, в принципе, ожидаемая картинка крана. Нам необходимо пройти капчу и дальше нажать кнопочку Start Mining. Здесь, в отличие от прошлого крана, где вам просто в транзакции насыпают тестовые эфиры, тут вам необходимо ввести свой адрес эфира и начать майнинг. То есть, по сути, ждать, пока вы получите по каждой капельке ваши тестовые эфирки. Копируем адрес вашего кошелька MetaMask, вставляем его здесь под краном в строку поиска и нажимаем Start Mining. Ввели адрес своего кошелька, и мы видим, что начался майнинг. То есть нам нужно ждать до того момента, пока нам начислят наши тестовые эфирки. Они еще называются по-другому GoETH. Минимально сколько можем заклеймить 0.01 тестовый эфир, максимально сколько можем намайнить и после чего заклеймить 1,5 тестовых эфира. В среднем за час на данный момент можно получить 0.042 тестовые эфирки. Поскольку сейчас достаточно загруженная сеть, включайте майнинг и ждете, пока не накопите нужную вам сумму. Еще раз повторюсь, минимально, что вы можете заклеймить 0.01. То есть меньше вы вывести не сможете. И вот видите, пошли уже у нас первые тысячные эфира. Прошло намного меньше времени, и у меня вот здесь я вернулась на вкладку Girly Faucet. И, соответственно, у меня здесь 0.025 тестовых эфирок, уже можно их заклеймить. Прошло около минут 7. Для меня, например, этого количества будет достаточно, поэтому нажимаем Stop Mining и Claim Rewards. Нажимаем Claim Rewards.
и ждем, пока кран завершит транзакцию. Все, можем видеть зеленое уведомление о том, что транзакция завершена и хэш нашей транзакции. Нажимаем Close, переходим в наш кошелек и можем видеть действительно то количество тестового эфира, которое мы только что намайнили. Поздравляю вас с тестовым эфиром. Переходим к следующему крану. В этом кране у нас есть особенность, что мы можем запросить тестовые эфиры при нескольких условиях. Во-первых, мы должны иметь Twitter, в котором есть хотя бы один пост, 50 подписчиков, и данному твиттеру должно быть больше одного месяца. То есть это не свежие аккаунты. Клеймить можно тестовый эфир также раз в 24 часа. Жмем «Зарегистрироваться с помощью твиттера», авторизируемся, ждем несколько секунд, указываем в строке поиска свой адрес MetaMask и нажимаем «Claim». Переходим к следующему сайту, который называется faucet.quicknode.com. Коннектим свой кошелек. Нажимаем Continue. Если вы сделаете твит, укажете нужное URL внизу, то, соответственно, вы сможете получить больше тестового эфира. Если вы не хотите, то просто нажимаете No thanks, just send me маленькое количество 0.05. И ждем, пока исполнится наша транзакция. Можем указать ниже адрес электронной почты, чтобы получить уведомление, когда наша транзакция будет окончена. Ну и здесь также есть уведомление о том, что когда сеть перегружена, то в среднем через 173 часа мы можем получить нашу транзакцию. На самом деле, получать тестовый эфир – это самое неблагодарное дело, честное слово. То капча глючит, то ты получишь их через 3 дня, то что-то идет не так, не хочет коннектиться ваш кошелек. А здесь надо запастись такими стальными нервами для того, чтобы получить этот тестовый эфир бесплатно. Поскольку в конце видео я расскажу, как получить его платно. Это для тех, кто не хочет терять свое время и плюс у кого нервишки пошаливают. Также на Faucet Polygon мы выбираем токен, который нам необходим. Внизу Wallet адрес, вбиваем свой адрес кошелька, нажимаем Submit, ждем некоторое время, пока произойдет транзакция. Если все хорошо, увидим зеленую галочку, радостное уведомление о том, что наши токены зачислены. Next сайт allznode.com. Здесь нажимаем эфир, Go Early Testnet, указываем адрес кошелька, проходим капчу и нажимаем Request Token. Если вы видите вот такую ошибку, то значит кран занят, либо перегружен и нужно повторить данное действие немножко позже. Либо же через несколько часов, либо же на следующий день. Это значит, что все хотят сейчас получить тестовые токены. Ну и последний способ для богатых – это получить тестовые эфирки за настоящий эфир. То есть, по сути, купить его за эфир в сети эфира на тестовый эфир в сети Goerli. Соответственно, если мы ведем один эфир, то за один эфир мы можем получить 9789 тестовых эфиров. Но, конечно же, нам абсолютно не нужно такое количество, поэтому вбиваем, к примеру, 0.01 эфир, что по нынешнему курсу будет приблизительно $18, либо же вы можете даже сделать вот так, что будет $9. И, соответственно, за эту сумму, вот за $9, я сейчас куплю 50 тестовых эфирок. Нажимаем Transfer, подключаем свой кошелек MetaMask и производим транзакцию. Сейчас я не буду ее точно производить, поскольку все сошли с ума. Шучу, сеть загружена, и за газ я должна на данный момент заплатить $24, что абсолютно нерационально, поскольку я хочу потратить всего лишь $9. Я подожду, когда немножко сеть будет меньше загружена, и куплю тестовые эфирки. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Оставляй внизу комментарии, нужны ли тебе полезные гайды, которые понадобятся в ретро-дропах, поскольку есть много разных хитростей, нюансов и так далее. Может быть, даже лучше будет все это упаковать в одно видео. В любом случае, напиши в комментариях свои пожелания, либо же жалобы, и до скорой встречи в новых видео.